Всех приветствую. Столкнулся вот с такой проблемой. Ошибка по адаптивному свету. Я сперва подумал, что это влип на какой-то из датчиков положения кузова. Уже приготовился там морально, что придется что-то в подвеске возиться. Вот. Но обратил внимание, что эта ошибка появляется только при повороте руля налево. Потом я вспомнил, что у меня есть противотуманки. Нажал. И что я увидел? Что не светится вот эта вот лампочка. Здесь она светится. Когда ошибка произошла, вот эта ELM-ка ничего не показала в блоках управления. По всем сканировал. Благо потом сходил за ноутбуком. И увидел, что в блоке номер какой-то 09 появилась ошибка по левой противотуманной лампочке. Поэтому сразу же купил такую лампочку. И сейчас ее поменяю. С водительской стороны это легко сделать, с пассажирской чуть сложнее, там мешает впуск. Противотуманная лампочка находится под этой заглушкой. Вот. И ее нужно повернуть против часовой стрелки и достать. В общем, не стал эту пластину снимать. Защелок просто взял такой крючок и извлек эту лампу. Так, если что, язычок смотрит вот этот выступ. Новые лампочки, как я понимаю, SRAM делаются сейчас в Китае. Вот ее артикул 64210. Но так как это противотуманка, я не думаю, что она быстро перегорит. А теперь просто вставляется эта лампочка туда. И по часовой стрелке проворачивается. Если кому-то надо будет поменять эту противотуманку, надо снять сначала вот эти две клипсы, снять эту панель и снять вот этот вот короб с воздушным фильтром. Ну, тут снимается вот этот вот патрубок, этот датчик массового расхода воздуха. И вот здесь вот Здесь будет два крепления на Torx T30. И в принципе все то же самое. Вот она, эта заглушка. Теперь все светится. И без ошибок. Противотуманка включена. Ошибки нету. Вот старая лампочка перегоревшая. Значит, дело не в проводке, это точно. И SRAM 64210. Такой же артикул, что я сейчас купил, только она сделана в Германии. Ну что ж, вот такой вот простенькое видео. Надеюсь, это видео было кому-то полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.